Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве iPad mini 2021 года сделать сброс всех настроек. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в основные, перенос или сброс iPad, сброс, выбираем первую настройку «Сбросить все настройки», и затем подтверждаем, нажав «Сбросить», и затем еще раз «Сбросить», и после этого, спустя пару секунд, все настройки будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.